Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о правилах выбора сторожевой собаки. Вы переехали в большой дом с собственным участком и хотите чувствовать себя в безопасности? Значит, вам точно нужен лающий помощник, а точнее хорошая сторожевая собака. Только вот как ее выбрать? Не переживайте, сейчас все расскажем. Итак, представляем вам правила выбора сторожевой собаки. Обратите свое внимание на представителей служебных пород. Они умны, внимательны, легко обучаемы и недоверчивы к посторонним. Эти собаки невероятно преданы и будут защищать вас до последнего. Также важно отметить, что они не только умеют слушаться, но и могут в случае необходимости сами принять решение. А вот представители охотничьих и декоративных пород, собаки-спасатели с добродушным характером, для роли охранника не подойдут. Определитесь, будет собака жить дома или на улице. Не все представители служебных пород будут чувствовать себя комфортно во время длительного пребывания на улице зимой. Так, например, доберманы очень чувствительны к низким температурам и станут хорошими охранниками, живя дома, а не на участке. А вот алабаи без проблем будут жить на улице, ведь их густая шерсть позволяет переносить им даже самые суровые морозы. Выбирая сторожевую собаку, помните о том, что будущий питомец не только станет охранником вашего дома, но и другом вашей семьи. А значит, он должен максимально подходить вам по характеру и условиям содержания. Внимательно изучите информацию о породе, не выбирайте собаку только по объявлению. Обязательно встретитесь с заводчиком, посмотрите на своего будущего питомца и условия, в которых он содержится. Узнайте все о характере и здоровье его родителей. Это поможет вам в будущем избежать многих проблем с собакой. Будьте готовы к тому, что хорошую сторожевую собаку нужно не только приобрести, но и воспитать. Поэтому, выбирая щенка, обращайте внимание на то, как он идет на контакт с вами. Перед тем, как взять ту или иную породу к себе домой, изучите все об ее дрессировке и воспитании. Вы должны быть в состоянии вырастить из вашего будущего щенка хорошую сторожевую собаку. Таковы основные правила выбора сторожевой собаки. Следуйте им, и пусть ваш дом всегда будет под хорошей лающей защитой. О других полезных правилах выбора домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!